Так, это резиденция Alania Country Club. Вот. Это улица Ататюрк. А напротив резиденции Alania Country Club находится такой Шайлер парки. Это здесь, в этом парке, аллея поэтов. Вот такая вот. Вот такая аллея. Значимые в Турции поэты и писатели. Наверное, художники тоже. Сейчас я всех покажу. Даже. Так они относятся к своим писателям и поэтам. Это жившие в 20 веке в основном. Вот это лицей местный, местные детворы. Махмутлар, Сюкшук, Каптанову, Абдулу, лицейси. А дальше идут поэты. Тут же их тексты, стихи. Вот Азым Хикмет. Который жил в Москве на Соколе. Вот это как раз тропинка, которая на ней. Вот такая аллея, по которой идут все на море из нашей резиденции. Слышно сверчки. А это чей-то дом оставили, его засадили такими кустарниками. Вот там беседки.
Вот это местные люди тут живут, они себе в городе оставили, никто их не сносит, просто их огородили, вот, чтобы не беспокоили. Вот тут еще тут международных. Так, вот еще один поэт. Вот древний Дадалгун. Угу. Вот женщина. Вот тут, если можно посмотреть, пожалуйста, Владимир Маяковский. Вот. Из древних поэтов. Оскар Уайльд. Гарси Лорка. Ну, вот. Александр Сергеевич Пушкин. Вот. После этого сразу после всех этих поэтов, писателей. Уже у нас Юнус Эмере. Ну, последний. Руми. Здесь такая детская площадка. Уже на подходе к морю. Вот тут и детская, и взрослая, так сказать, для отдыха и развлечений. Это теннисные столы. Снаряды для занятий спортом. Все в цветах. Это недавно высаженные уже взрослые деревья. Вот даже плакучие ивы посажены. Ну и вот детская площадка. Тут целый городок. Вот, мальчишка. Вот это качели. Вот, девочки. Вот такой. Вот. Целый городок такой. Выстроен. Это продолжение этого городка и сада идет туда к морю. Это уже мы выходим к улице Барбаросса. Вот. До Тюрка до Барбаросса и такой аллея и парк. И далее так продолжается. Везде магазинчики, все очень удобно. Вон, и там даже Сиедра, это поликлиника. Сейчас подвижу, покажу. На этом заканчиваю.